спортивном центре «Мечта» состоялся грандиозный концерт Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра под управлением Андрея Балина. «Вчера, сегодня, завтра» – именно такое название получила программа этого года. В ней прозвучали шедевры мирового джазового наследия, шлягеры советской эстрады, лирические баллады и даже патриотические композиции. Естественно, мы хотим, чтобы эта программа оставила какой-то отпечаток и на сердце, и в душе у каждого из зрителей. И мы каждый раз готовы делать такие программы, которые будут только всех удивлять. И действительно удивили. Во втором отделении дебютировал Одинцовский молодежный оркестр, которому всего лишь один год. Под чутким руководством Дмитрия Михновича юное поколение представило попурри из песен Александры Пахмутовой, юбилей которой недавно отмечала буквально вся страна. Мы покажем только один номер. И хотим ярко выступить, показать то, чему мы научились за целый год. Мы очень старались. Специальным гостем программы стал заслуженный артист России, актер театра и кино, сценарист и ведущий, автор и исполнитель Сергей Маховиков. Нет сомнений, что и в следующем году музыканты оркестра Андрея Балина удивят и порадуют ценителей прекрасного новой концертной программой и неожиданными музыкальными находками. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».